16 марта на базе профессионально-педагогического колледжа состоялось Республиканское методическое объединение преподавателей русского языка и литературы, председателем которого являлась Тамара Гусейнова. На мероприятии с докладом на тему «Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов на уроках русского языка» выступила преподаватель русского языка и литературы Жанна Салманова. Республиканское методическое объединение преподавателей русского языка и литературы в Хасавюрте проходит на ежегодной основе. Такого рода уроки русского языка и литературы направлены на формирование метапредметных и личностных результатов. При подготовке к такому уроку следует тщательно продумать свои действия на каждом этапе, с учетом возможных ситуаций, требующих импровизации. Преподавателям русского языка и литературы Семнарой Шахбазовой гостям был предоставлен показательный урок по литературе на тему «Многогранность романа» Максима Булгакова «Мастер и Маргарита», по итогам которого был проведен анализ. Сейчас подумать со стороны логически. Представим Воланда, если бы он не подошел в тот момент, когда разговаривали Берлиоз и Бездомный. Да, действительно, Берлиоз и Бездомный, они были виноваты в том, что отрицали существование Иисуса Христа и так далее, хотели убедить в этом людей, но наказывать их вот так было слишком жестоко. У человека, наверное, есть право, да, на свое мнение. Да, но, например, смотрите, он их наказал. В первую очередь, он, можно сказать, убил Берлиоза, он это подстроил, он заранее знал, что Аннушка разольет масло, что он подскользнется, машинистка за рулем будет женщина, он ему об этом говорил, но он сознательно посылал его на эту смерть. Затем про Бездомного он поселил в психушку, но с Бездомным, знаете, здесь как-то чуть более... глубоко надо обсуждать, потому что это было построено специально, чтобы он встретился с мастером. Но, тем не менее, это было слишком жестоко, потому что, вот как вы сказали, у каждого есть свое мнение. И право на это мнение. Да, а он не запрещал его. Знание текста, так, и умение рассуждать, анализировать, выражать свою точку зрения. Особенно это выразилось в споре, в дискуссии по образу Воланда. Урок отвечает всем требованиям современным. Так, вы прослушали историю создания этого романа. Так, и взаимопроверка была у вас организована. И такое интересное обрамление было. Начало, в конце вы к цитате по роману подошли. Что, хотя произведение, согласитесь, очень сложное, да, и философское, но порадовало то, что каждый из вас продемонстрировал, что вы действительно поняли глубину этого произведения. Поэтому я хочу вас всех поздравить с этим уроком и преподавателя. Так, мы получили большое удовольствие от вашего урока. Так, единственное пожелание на будущее, все-таки это урок литературы, хотелось бы, чтобы хоть какой-то отрывок из самого романа прозвучал. Просто чтобы прочитали. А так, спасибо. Спасибо. По завершению всех показательных уроков весь состав методического объединения совместно с педагогами обсудили организационные вопросы предстоящей Республиканской олимпиады по литературе, которая будет проводиться в апреле текущего года. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».